Воскресным утром в Парке Победы и на городском ипподроме прошел областной Сабантуй-2018. Праздник окончания весенних полевых работ для всего татарского народа – это хороший повод для встреч с друзьями и родными. Поучаствовать в празднестве пришли представители разных городов и религий. Светский праздник отмечается чаепитием. Вот, мы очень любим здесь встречаешь друзей, тех людей, которых спрашиваешь, встречаешься. Праздник очень веселый, организованный. Спасибо организаторам. Проходит на высшем уровне. Ждем этот праздник. В год бывает один раз. День удался хороший, солнечный, ясный. И в душе у нас тепло, ясно, и мысли хорошие. На аллеях Парка Победы разместились торговые ряды с традиционными татарскими костюмами и выпечкой. А другая площадка праздника, городской ипподром, стал центром развлекательных и игровых площадок. Атмосферу праздника и всеобщего единства поддерживали национальные забавы и угощения. В этом году на сцене ипподрома представители регионов поборолись за главный приз национального конкурса подворий. Готовились, старались, и поэтому очень рады, что нам вручили диплом второй степени. Значит, не зря старались. Есть стимул, что на следующий год стараться сделать еще лучше, еще красивее. Будем участвовать еще в нескольких конкурсах. Ощутить на себе колорит и дух праздника приехали гости и из соседних стран, с удовольствием сравнивая и оценивая масштаб празднования на родине и в гостях. У нас в Баку по-другому, но вот здесь более объемный, масштабный, и именно чувствуется татарский колорит. Колорит, понимаете, как, в общем, да, мы очень рады, что попали вам здесь. Праздник для души и сердца. Именно так Сабантуй описывают гости. И каждый год участники мероприятия объединяются, чтобы почувствовать единение народов. Александра Волкова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.